Поподробнее. По каждому случаю мы проводим эпидемиологическое расследование. Ну, в большинстве случаев у нас население пользуется общественным транспортом. В частности, по городу Кокшетау все ездят на автобусах. Вопрос недостатка автобусов и водителей мы этот поднимали перед акиматом города Кокшетау. На сегодня проводятся работы по решению данного вопроса. Также большинство из заболевших, они посещают торговые дома, рынки, ну, места массового скопления. И у нас на сегодня вот большой процент идет пенсионеров, которые именно у нас, если молодежь, они стараются пойти в супермаркет, там, в какие-то, ну, такие большие торговые сети, то именно пожилые люди, они стараются пойти на рынки. И здесь вот один из факторов является посещение именно рынков.